Сегодня наиболее частыми причинами расстройств зрения у детей являются близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие и амблиопия. Естественно, что такие дети нуждаются в правильном подборе коррекции, правильном подборе очков, а также функциональном лечении и обязательном динамическом наблюдении. На базе 3-й Брестской детской поликлиники есть специальный аппарат – синоптофор. Это аппарат, который позволяет восстановить бинокулярное зрение и подвижность глаз. Он помогает выявить болезнь на ранней стадии и вовремя скорректировать процесс лечения. Терапия синоптофором показана при всех видах косоглазия. Занятия на синоптофоре возможны для детей с того возраста, когда они уже готовы. В основном это дети с 3 лет. Они должны быть усидчивы и смогли выполнять указания медицинских работников. Аппарат полностью безопасен. Действительно, процедуры с использованием синоптофора не вызывают у маленьких пациентов дискомфорта, а наоборот, могут казаться интересными и увлекательными, так как в основе лежат тренировки глаз с помощью картинок. Все происходит играючи. Игра, заведи цыпленочка домой, он мерзнет, машинку поставь, если мальчик, машинку в гараж, учимся водить машинку. Вот так вот играющие проходят у нас занятия. Доктор назначает, без назначения врача он не проводится. Офтальмолог назначает синоптофор, и детки с назначением уже сюда приходят на лечение с направлением от доктора. Значит, что делает этот аппаратик, смысл работы его? В окуляры мы вставляем парные объекты, кассеты. Вставляем парные кассеты. Детки смотрят в окуляры. При отсутствии косоглазия объекты сливаются в один единый образ. То есть вот у нас 2 чайничка, они в норме должны у ребеночка при наличии фузии сливаться. В процессе косоглазия нарушается бинокулярное зрение, и поэтому страдает фузия. Ее нет. Цель синоптофора, вообще ортоптики, это развить фузионные резервы. Сегодня, чтобы добиться наилучшего результата, очень важно, чтобы процедуры проходили в комплексе с другими аппаратами, например, такими как мускулотренер и приставкой Амблио-1. Если просто нужно развить фузию, достаточно одного синоптофора. Если есть проблемы с мышцами, содружественная работа глаз, мы обязательно садим на мускулотренер. Все опять-таки от проблемы. Поэтому мы стараемся вообще по максимуму давать все 3 аппарата по максимуму, чтобы был эффект. Потому что все-таки время, очередь у нас большая на занятия, время проведения занятий ограничено. Для детского населения, которое находится в зоне обслуживания данного учреждения здравоохранения, данная услуга по лечению косоглазия проводится по показаниям на бесплатной основе. А вот для всех желающих граждан Республики Беларусь и иностранных граждан по показаниям процедура платная. И неудивительно, ведь данный аппарат единственный в городе Бресте, и спрос на него большой.